Sana bir sıhhi yardım çantası. Şüs! Yaralarını tedavi edebilirim. Bomba atıyorum! Çabuk olun! Aha! Sıhhi yardım çantası. Sıhhi yardım çantası. Tedavi ol. Вернитесь в зону боев. Вернитесь в зону боев. Уничтожено. Аптечка! Thank you.
У нас осталось 50 солдат. Знаю, вы яростно сражались, но турки оказались сильнее, чем мы думали. Готовьтесь к новой атаке. В этот раз поддавки отменяются. Нам в подмогу прибыл дредноут. Thank you.
Цель Айс. Сектор. Мы захватили сектор. Пошла!
Тише! Давай, давай! Прыгай! Бегу! Ну! Быстро! Захватили цель Баклан. Мы захватили сектор. Зачистите сектор от врагов. Скоро захватить последнюю цель.
страшно. Какая доблесть! Мы захватили месторождение для нашей великой империи. Но к нам дошли новости. Турки готовят нападение на Суэцкий канал. Нам следует выдвигаться немедленно. Британии удалось закрепиться на нефтяных месторождениях Персидского залива. Но вскоре османы атаковали Суэцкий канал, от которого во многом зависело мировое доминирование британцев. Вы не думали об этих треклятых турках? Слабаками их не назовешь. Их армия пересекла эту проклятую пустыню за 10 дней под палящим солнцем. Сейчас они заняли дальний берег нашего драгоценного канала. Я вижу, как эти шакалы следят за нами. Завтра мы будем сражаться. Наши силы. Çantası. Bomba atıyorum. Kafanıza dikkat edin. Sana bir sühri yardım çantası. Aha! Sana bir sühri yardım çantası. Мы теряем цель Аист. Yardım çantası, tedavi ol. Oh.
мы теряем цель Аист. Мы потеряли цель Аист. Сюги, ярдым чантас! Мы захватили цель Аист. Потеряли сектор. Sıhhi yardım çantasını kullan. Рядом с вами есть набор часового. Sana bir sıhhi yardım çantası. Sıhhi yardım çantası. Kullan bunu. Мы захватили цель Баклан.
Мы потеряли цель Аист. Половина войск противника уничтожена. Мы теряем цель, Баклан. Потеряли цель, Баклан. Мы потеряли сектор. Половина войск противника уничтожена. Достиг последней цели. Мы потеряли цель, Айс.
50 атакующих. Осталось 20 атакующих. Теряем цель Баклан. Мы потеряли цель Баклан. Чувствую страх англичан, но не давайте штыкам затупиться, братья. Они вернутся в последний раз. Если мы одолеем их сейчас, Суэцкий канал будет нашим. Врагу в подмогу прибыл бронепоезд. Sana sıhhi yardım çantası. Потеряли цель Айс.
вами есть набор часового. Потеряли цель, Баклан. Увы, духи этих земель не благоволят нам. Придется возвращаться назад через пустыню. Если же они осмелятся преследовать нас, то найдут людей, более достойных жить, чем они сами. Отвоевав Суэцкий канал, британцы продолжили преследовать турок в Синайской пустыне. Османская армия выстроила здесь временные, но мощные укрепления. İki gündür aralıksız nöbetteyim. Az evvel çelik canavarlardan koca bir taburun çölü geçtiğini gördüm dalgalanan sıcağın arasından. Akabinde dedim ki kendime, öyle şey olmaz. Çok bitkin düştüm ondandır. Bu makinelerde korkutmak için düşmanın icat ettiği palavralardır. Aslı yoktur. Цель Баклан. Мы потеряли цель Баклан. Sühi yardım çantası. Kullan bunu. Yaralarını tedavi etmeni ister misin? Sahibi. Мы теряем цель Айс. Мы потеряли цель Аист.
вступайте в следующий сектор. Мы потеряли цель, Аист. Yardım çantası. Tedavi ol. Мы теряем цель. Баклан. Bomba gidiyor. Сектор.
Sana sıhhi yardım çantası. Потеряли цель, Баклан. Мы захватили цель, Баклан. Yardım çantası. Al bunu. Bomba atıyorum! Çabuk olun! Şu sıhhi yardım çantasını kullan!
Sana sıhhi yardım çantası. Осталось 50 атакующих. Sana bir sıhhi yardım çantası. Осталось 20 Sıhhi yardım çantası. Tedavi ol. Bomba atıyorum. Dikkat eyleyin. Пусть эта славная победа османов станет первой из многих. Да разнесут эти суховеи радостную весть по всему миру. Вперед, братья! Только вперед! За новыми землями, славой и вечным блаженством! Победа над османами стала бы знаком возрождения распадающейся империи. Националистические движения на ее территории могли бы утихнуть. Могущество, обретенное благодаря контролю мировых запасов нефти, наверняка лишило бы Османскую империю поддержки центральных держав.